про затвердження програми приватизації відчуження майна комунальної власності територіальної громади міста Южно 2014-2015 роки. Ну, нема питань? Хто за, прошу, будь ласка. Шановні колеги, ми з вами вже піднімали вопрос приватизації цікавлі, як би зробили один шаг к тому, щоб її не приватизувати, поставили туди нове руководство, яке зараз, в принципі, всі знають, нормально працює, качество хлеба улучшилось, не віддають свої долги. Поэтому у меня есть, вы знаете, что здесь в 11 пункте идет речь о приватизации этого коммунального заведения. Поэтому я вношу предложение изъять из этого перечня пункт 11 о приватизации коммунального предприятия Южинской половицы. И прошу поставить мою пропозицию на голосование. Уважаемые, давайте я дам некоторые пояснения. Понимаете, когда люди говорят, что хорошо работают и положение прекрасное там и так дальше, я бы этого не сказал. Мы, качество хлеба у нас всегда было неплохое. Но никто ж не вникает в финансовое состояние этого предприятия, составляющее. Там сегодня очень непростое финансовое положение. Очень непростое. Понимаете? И что, как мы выйдем с этой ситуации? Я сегодня не готов сказать на 100%. Потому что это мы можем послушать и директора, и я с ним встречаюсь каждый день, и сегодня встречался. Потому что действительно вопросов возникает очень много. Предприятие небольшое, предприятие маленькое. Сегодня на рынке удержаться ему очень сложно. Выпускает хлеба, мы сейчас думаем, он думает вернее, увеличить ассортимент, разнообразить ассортимент, дать ему еще какой-то еще чем-то заниматься, кроме хлеба. Потому что или нас, что самое главное, что мы с бюджета не можем его финансировать. Нету законодательной базы. Поэтому я бы не спешил это исключать. Дай Бог, это же нас никто никуда не гонит. Без депутатов никто ничего не решит. Никто никогда не выставит на приватизацию. Без депутатов. Но я считаю, что это мы должны принять то решение, которое как есть на этот момент. Ну, я в случае внес предложение, имею право. Да, пожалуйста, пожалуйста. Да, правку. Я оставлю... Вы вот говорите, ну как тогда люди, вот эти, которые работающие на этом предприятии, тот же директор, будут нормально относиться к своей работе и выполнять эти... Скажите, пожалуйста, Одесский припортовый завод 13 лет приватизирует. Как они себя чувствуют? Почему разные? Приватизация маленького предприятия «Поляница» и огромный большой припортовый завод. Я ставлю вопрос на ваш вопрос на голосование. На цю правку, яку ви внесли. Прошу голосувати. Раз, два, раз, два, три. Поправка. Четыре. Поправка не прийнята. Так. Хто за те, що прийнятий даний проєкт рішення? 39 питання в цілому. Прошу голосувати. 25 за. Хто проти? Утримався. Прийнято. Але я вам хочу сказати і зазначити однозначно, що я як мер, і я думаю, що і виконком, і я думаю, що підтриманий депутат, ми зробимо все, щоб дане предприятие існувало, працювало і розвивалося. Зараз треба всім думати, вносити пропозиції, як, що треба зробити, щоб воно вижило і щоб воно набрало нормальні оберти. Змінити назначення. Правильно, в тому розширити, я розумію, розширити його просто роботу. Про затвердження заходів.